Доброе утро. 13 бойцов встречаются. Да. Здрасте. Значит, это ваши поклонники, это наши активисты. Извините, что так рано. Приемные. Ну, главное, что... Главное, что... Да. Молодцы. Ну, знаем, вам сегодня успехов. Ну, это от вас зависит. После голосования. Здравствуйте. 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 Очень приятно. Глава администрации местного. Очень приятно. Здравствуйте. 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 Как пойдет. Может, сейчас пойду еще вот дом посмотрю себе здесь. Ну, замечательно, я поспрашиваю. Обязательно. Это исторический. А это первый избиратель голосов человек? Сколько было? Сколько было? У меня 5. Ну, у меня, наверное, работает много людей. Поэтому 8 вообще трэш. Так, а ты что встал? Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые журналисты, выходите тогда. Да, я знаю. Ну, во-первых, я очень рад, что я первый кандидат в президенты, которые голосуют в географическом центре нашей страны, в Красноярском крае. И я выбираю новую Россию, все только начинается. А почему здесь? Потому что я прописан в Красноярском крае, я здесь плачу налоги. Поэтому, мне кажется, долг гражданина голосовать именно там, где ты прописан. Какие планы на сегодня? На сегодня, в соответствии с законом, я сейчас обратно вылетаю в Москву и буду помогать нашим наблюдателям. Поэтому у нас большая программа. Вечером буду участвовать в различных ток-шоу. Будем обсуждать, как проходили выборы в нашей стране. Так что работы еще очень много. И будет работа вестись круглосуточно. Всю ночь я буду с 4 на 5 работать. Мы будем анализировать все участки, будем смотреть, какие были нарушения, и по факту нарушений будем принимать уже юридические меры. Я имею в виду, чуть пониже. Может, я к вам не относится. Спасибо. Ой, это кто?